Привет, народ! Сегодня заезжала, мне пришло сообщение на планшет. В общем, в Sunlight выдают подарки. Приходишь, показываешь сообщение, тебе дают подарок. Вот, я заезжала за подарком. Обычно у них очень мелкие подарки, такие прям невзрачные. Я как-нибудь вам покажу полную коллекцию. Вот, но сегодня прям удивительно такой довольно большой, и даже можно сказать двойной подарок. То есть это вот такое. Сейчас, момент. Вот такое двойное сердце. То есть вот одна половинка такая и вторая такая же. Там серединка красная и написано «С любовью» на одной, а на второй «От МТС». То есть это акция, pardon, акция от оператора МТС для тех, у кого, собственно, номер МТС. Вот, если у вас есть такая смс-ка, то приходите. Подарок довольно внушительно тяжелый и большой. И тем более, можно сказать, их два. Потому что обычно они очень маленькие, легенькие и одна штука. Вот. И также я уже собралась к выходу и увидела магазин, о котором слышала на других каналах девочек. Вот так он называется. Lady Collection. Ну, это для тех, кто любит аксессуары всякие, пятифлюшки для девочек. Вот, и я, в общем, заглянула туда. Извиняюсь. Вот, и у них сегодня, прям вот, прям сегодня какая-то изумительная акция проходит. То есть покупаешь товаров, по-моему, на 350 рублей, и на кассе можешь выбрать еще себе подарок. Совершенно любой, там корзинка стоит огромная, и можно выбрать подарок. Вот, но я хочу, как бы, так, лирическое отступление. То есть я, когда покупаю себе что-то, там, бусы, ожерелье, браслет, кольцо, сережки, теперь уже сережки, тут, как бы, не важно, что я покупаю, да, что-то красивое, да, то есть мне важна какая-то изюминка. То есть не то, что это вот прям висят одни одинаковые сережки на вешалке там или одинаковые колечки на вешалке. Я прям все просматриваю, чтобы мне что-то зацепило, что-то такое особенное. Вот, и, собственно, я выбрала себе три пары сережек, и четвертый получила в подарок. Сейчас буду поближе показывать, поэтому надо переключить резкость. Вот. Вот такие очень милые беленькие сережки. Они, причем, я надеюсь, что видно. Здесь белые сережки с такими в стиле каких-то кораллов. И на одних, то есть на одной сережке по три коралла с золотой серединкой. И на одном маленьком коральчике несколько стразинок. Вот. Ну, мне показалось, что они довольно оригинальные. Вот, и я думаю, что они будут хорошо смотреться. Потом я увидела вот эти изумительные, они были всего в одном экземпляре. Ну, я думаю, так. Может быть, на складе еще сохранились какие-то варианты. Ну, вот, вот такие вот прикольные сережечки с бирюзовыми камешками и стразиками. Вот, я, как вы, может, заметили, люблю такие бирюзовые цвета. Вот, и еще одни мне понравились, тоже они были со скидкой. В единственном, походу, экземпляре, и, видимо, со скидкой, потому что они несимметричные. Вот такие вот очень необычные. То есть здесь белое такое под... Господи... Вот жемчуг, такая бусинка, и внизу пушистики такие, просто изумительные, из замши
такие как бы одуванчики, не знаю. Ну, пушистики очень милые, и они мне понравились, тем более не с Арктикой. Вот, и подарок... подарок я выбрала вот такие вот миленькие сережки, цветочки. Они под такую бронзу или под состаренное золото. Такие маленькие миленькие цветочки. Вот, в общем, и тоже они, кстати, со скидкой. То есть изначальная цена 240, а как бы продавались они за 139, но достались мне бесплатно. Ну и, собственно, чек покажу вам, чтобы вы приценились. Вот так все вышло. Вот. В принципе, в Lady Collection я никогда не заходила. Обычно я покупаю украшения либо в Центр Обувь, где у них тоже есть отдел с аксессуарами. Бывало, что в Топ-центре, который, к сожалению, закрылся, бывало, что в Фамилии. Очень редко, когда именно в каких-то ювелирных магазинах. А тут просто как бы увидела эту вывеску и зашла, так сказать, познакомиться, посмотреть. Вообще, честно говоря, я туда заглянула исключительно за заколкой, но заколку так себе и не подобрала, потому что как-то там такие заколки все со стразами, я не очень люблю эти стразы на волосах. Вот, поэтому я решила, поскольку у меня теперь проколоты уши, надо как бы сделать себе приятно, тем более в такую дурацкую погоду. Сделать себе приятно, это вдвойне приятно. Вот. В общем, вот такие маленькие покупочки были. Постскриптум. Я делала обзор на большую посылку из Китая со всякими тоже сережками и украшениями. Но буду ее переснимать, потому что почему-то в тот самый момент, когда я села снимать видео, соседи затеяли ремонт. Вот, поэтому я буду переснимать, и, кстати, там я покажу белый браслет, который заказывала, не помню, сколько он стоил, что-то около 100 рублей, там, плюс-минус, и я видела в Lady Collection точно такой же за 600, вот точно такой же, один в один. Ну, сами понимаете. И, кстати, там очень много в Lady Collection, очень много сережек, тоже, которые я показывала, когда заказ делала с сайта namskid.ru. Такие, знаете, сейчас модно. Маленький шарик и большой шарик. И каждый как бы надевает, как ему нравится. Большим наружу, маленьким внутрь или наоборот. Вот. Там тоже очень много таких сережек разных совершенно расцветок и переливающихся, и однотонных, и перламутром, там, и с блестками. И цены, я вам скажу, то есть я их брала где-то по 70 рублей за пару, там 69 рублей и 65. Вот, а в Lady Collection они продаются где-то порядка 500 рублей. Там 290, 390, 490, вот такие цены. Вот. И еще тоже будет обзорчик, скоро, я надеюсь, скоро появится. Мне пришло несколько посылок, опять же, из Китая, с кое-какими нужностями. И большая такая очень здоровская посылка с молдами для полимерной глины. Я на это отдельный обзор сделаю и покажу, и расскажу. И, может быть, кстати, наконец-то появится видео с творчеством, потому что как-то у меня не выходит это снимать, потому что я люблю работать медленно, размеренно, а снимать постоянно, то есть целый день, а потом просматривать это видео, что-то вырезать, вставлять какие-то фотографии, это все очень муторно и долго, и на самом деле... Хочется все показать, а все показать не получится, потому что это 24 часа в сутки, извините меня.
ну, 9 из которых уходит на сон все-таки. Вот, в общем, вот так вот. Так что ждите новых видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх или вниз, как вам хочется. Вот. Не пропускайте новых видео, оставляйте комментарии, мне это очень важно, и мне всегда интересно ваше мнение. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.